Привет! Ничего себе, как почувствовала. Ты меня чувствуешь? Стараешь, что на свежий воздух, да? Почувствовал. И ты к нам пришел. Олькин. Уснула. Ну, показывай. Наша малышка. Вот он. Сейчас я ему палец отстрелю. Ты что? За что? Нет, я с батюшкой поговорил. Вы разуваетесь, да? Ребята, самое главное. Интернет мне надоел. Писать о том, что там у вас кукла, что ребенка там не было. То есть я сейчас лично вижу Василису. Да? Да. Василису. Василису Дмитриевну. Дмитриенко. Василечек, наш волшебный цветочек. Василиса, это прям как в русских сказках. Да, прекрасная, премудрая. Знакомься, улыбается во сне. Лапочка наша. На кого похожа? На Диму Дмитриевну. А мы можем, ну, как-то немножко... Просыпается. Доча! Сейчас мы... Ну, она проснулась, давайте ее... Ну, да. Познакомимся сейчас. С ней прям. Потихонечку. Папка, бери ее. Папуля, головку держи. Привет! Доброе утро! Ты моя сладость. Ангелочек наш. Ну-ка, да, я боюсь. Привет! Эге-ге, хали-гали. Смотри, у нее шевелюра, как у меня. Волосы да. Так, волосы. Да. А глазки так. Так, не, глазки-то папины. Да. А нос? Нос, не знаю, носик. Нос папы. Как деля? Да, как деля, малышка? А губки си, ну-ка покажи. Ой, какие губки-то у нее. Девочка какая ты. А ну-ка поцелуй ее так. Не, а губки-то мамкины, мне кажется. Как дела? Как я тебе понимаю. Здесь нравится? Давай Вася. Скажи. У нее климатизация. Ну, нет, не можно Вася. Же? Нельзя Вася Вася? Нет. Василина, Васюша, Васюта, ну, Василечек, ну, Василька. Знаю, что, можно же и Василий – это имя пацанское еще. Ну, иногда сокращет, да? Нет, не надо. Ну, можно Вася. Ну, справляешься? Ну, да, справляюсь. Ну, как? Без, как без помощи, без там, без бабушки, без бабушек. Да. Без нянь. Все сама. Папка помогает? Помогает. Или лентяй? Нет, мы вдвоем. Или он все социальной жизнью коллектива занимается там? Говори, как есть. Сейчас поругаю его просто. Да нет, помогает. Да? Сегодня кашку сварил. Да? Девчонок да. накормил. А я компот сварила. Ну, молодцы. Такие ножки-то, ножки-то. Мы ножки грудью такие. Кормим. Вот. Ну? У нас молочная девочка, грудная. Возьми ее. Давай, посмотри. Она у нас просонья еще. Бузимой. Прижми ее к себе. Бузимой. Ну, молодцы. Поздравляю. Спокойная молодцы. Такая, да? Заметила, какая спокойная она? Ну. Василечек. Вся в отца? Да. Говорят, счастливая будет, если на папу да, похожа. Да, но... Да, папина дочь и мамина дочь. Вернулись они не с той ноты, но все-таки они вернулись. Это хорошо. Вот. Да, ребенок здоровый, родился. Кстати. Это все хорошо. Как вы думаете, ребят? Да. Как они будут сосуществовать в коллективе? Будут ли они в гости пускать, там, ребенка показывать? Слушайте, знаете, самый главный вопрос, который интересует меня, как назвали они ребенка? Вот это да. тоже меня интересует. Они, да, они все-таки скажут нам. Ой, Сорок, они сегодня разговаривал с Димой с утра, но. Говорит, обидно, конечно, понимаем Алену, но они хотели прийти ярко, вернуться и хотели на этом лобном заявить, ну, сказать имя девочки своей. До этого Дима постоянно приезжал, ругался здесь в коллективе, какие-то непонятки устраивал. Как вы думаете, ты, Артем, как думаешь, как они будут сосуществовать в социуме в нашем? Ну вот вопрос, когда Дима сюда приезжал один, он как-то ну, действительно нормально себя вел. Ну, рассказывайте мне, поддерживаете вы сестренку? Я поддерживаю, что я на ее происходит? Стороне. Я ее жалею, я за нее очень волнуюсь, переживаю. Хотя как, у меня как жалеешь, семья, Оль? Мне важно ребенок. Понять, как. То есть ты говоришь ему, ну вот надо проучить. Как проучить? Как, какая месть? А я скажу как, потому что она всегда его прощала, оправдывала. Нет, Илюша мне не такой, вот я его люблю, как всегда, мантру как читала. Mm. Я говорю, Аленка, нельзя так. Вот он, увидишь, ты даже вот где-то сама в этом виновата, что ты позволила так к себе относиться. Иногда мужчину нужно, как сказать, ну, пожурить, поставить на место. Если ты будешь постоянно закрывать это глаза, потому что он, помним, раз ее предал, потом он также там, ну, как унижал, не уважал ее. Правильно говорит она, все, молодец. Ну, ой. Да, и когда-то же должно до человека дойти, а когда ему все с рук сходит, все безнаказанно, а, ну, значит, я все правильно делаю, все устраивает. Вы разве не можете поверить в то, что Илюха себя сжирает изнутри и раскаивается? Вот у вас такой мысли как нет? Как вчера извинился? Вот, алло. Я не почувствовала. Почему?
Потому... А давай по чесноку говорить. Мужчина. Вот я даже сейчас вот, пускай даже, да, на себя спроецирую эту ситуацию. Если бы я убежал с лобного места, значит, я понимаю, значит, коллектив, его женщина, мы надавили на ту больную точку, то, что это правда получается. Вот тебе не нравится сравнение с Илюхой? Не, я не сравниваю. Мне но нравится, дело да. в том, что и ты убегал с Лобного. И я убегал. И у тебя да. там какая-то переписка была, когда да. Оля была беременна. Да, но я покаялся, я же извинился, и я поступил. А он что, не покаяться? Ну, я верю. Я вчера искал то, что скажите, вдруг. Передо мной 3-4 замечательных человека, одна очень замечательная. Вот вы трое мне хотите сказать, что мы не даем Илюше шанса? Нет. А давай по факту говорить. Вы услышите меня, не будет больше шанса. Мне человека отвернуло. А человека просто противно. Я не могу на него... Вы о чем говорите? Это не то, что это противный поступок. Меня предали второй раз. Я здесь бегала, унижалась, извинялась. Он сидел своей рожей кирпичом, смотрел на меня и просил, чтобы я чуть ли не на коленях перед ним ползала. И знал, что у него есть переписки с этой женщиной. А я здесь просто унижалась, мне назвались. Вы о чем говорите? Человек просто меня не уважает. Он мне ни во что не сказал. Он знает, что у меня такая тяжелая беременность. Он что, скажите мне, за 4 года, он что, когда переписывался, не знал, что это все вылезет? Что я об этом узнаю? Что мне будет так тяжело? Он об этом не знал? Вы мне хотите сказать, что он такой дурак? Не надо этого, не надо его прикрывать. Я вообще его не оправдываю. Я тебе говорю, я с ним разговаривал. И, он ничего не понял. Он сказал, что я должен делать? Цветы дари? Да мне это вообще надо? Абсолютно так же, как он мне первый раз, когда предал, он говорит сейчас. Он ничего не сделает, он слабак, ему ничего не надо, ему не нужна семья. Извини, пожалуйста, просто, а что нужно тебе? Мне нужна семья, я хочу быть любимой, счастливой хочу быть, чтобы меня уважал, мой мужчина ценил. Но ты же сама выбрала Илюшу. Ты выбрала Илюху с его репутацией, с его поступками. Все знали, кто такой Ебаров. Да, да, выбрала. Ты сама поверила ему, поверила, простила, поверила всем. Ты сидела, затыкала. Роза всем, как была? Со всеми ругалась. Говорила, нет, он не такой. Верила на 100%. Верила до последнего. Пошла, женой хотела его стать, ребенка, чтобы родить ему, семьей стать. А он взял меня еще раз, предал. Вы о чем говорите? Вы о чем? А он ее нет. А он нету любви, да? Нету любви. Он меня унижал. Он меня унижает всегда. Он хочет во мне что-то исправить. Меня как унижает. Он унижает. Почему? Успокойся. Почему из-за него страдает вся моя семья? Почему плачет моя мать? Почему плачу я? Почему я? А я-то. Я лежу на сохранении, он творит такую дичь. Вы о чем? Ему вообще наплевать. Секунду. Он приезжает ко мне в больницу и орет на меня матом. Орет, когда мне вообще нервничать нельзя. Алена, успокойся, ты беременна. Честно, я думаю, что они даже в гости как бы особо никого ждать не будут или показывать ребенка и все. Ну, насчет ребенка, что... прямо интересно, не знаю, как зовут и когда нам покажут. Да. Хочешь посмотреть? Нет, я уже видел, мне, в принципе, не было интересно. Ты видел? Сегодня? Сегодня мы видели, когда в административном здании сидели. А тебе сказали, как назвали? Нет. Да честно, ребят, когда вот так скрывают, то, честно, даже нет ни интереса какого-то. А как какой зовут? Смысл скрывать? Что потому что они, наверное, думают, что они тем самым типа привлекают интерес. Ой, а как зовут нашего ребенка? Как это? А как то? Они же помешаны на этой типа своей псевдозвездности. Псевдо-ключевое слово. Псевдо. Нет, пусть у них в семье все будет хорошо, да, блашен, просто поведение, конечно, это... Ну, я покомментирую. Мне кажется, надо пойти одному, узнать расписание посещения. Знаешь, чтобы приходить в чей-то дом, нужно позвать. Кстати, да, Дим. Да. Ой, не Дима. Честно, я уже боюсь быть незваным гостем. Мне кажется, там стоит секьюрити. Мне, конечно, интересно вот познакомиться с ними, но я боюсь, что они не скажут. А потом скажут, что без подарка пришел. Да. Что это такое? Ребенок не виноват ни в чем, а он делает так, что страдают все. Ладно. Время покажет. Аленка, а вы уже узнали, мальчик, девочка, УЗИ не смотрели? Да мальчик будет, разумеется. Мальчик, думаешь? Да, конечно. Ну, врач говорит, что, ну, скорее всего, мальчик. А ты сама как? Я чувствовала свою беременность. Я сразу сказал, что у тебя девочка, а там... Вообще, ты сразу сказал, что я у вас будет девочка, и я единственный, кто угадал. Нет, я как мама чувствовала, что у меня будет дочка. Да, я тоже когда забеременела, я сразу почувствовала, что... Она говорит, что... Я тоже чувствую, что мальчик, да. Не знаю, почему. Ну все, прощайся с дядей Андреем. Дядя Андрей приедет завтра. Mm-hmm. Мы с островов, как говорится, вернулись. Отсидели там 45 суток на островах. Ну там солнышко. Можно я буду первым мужчиной, который поцелует вашу ручку? Можно? Вы не стесняетесь? На маму смотрите. Очаровать? А я, кстати, еще не женат.
У меня есть прописка в Москве, машина. И у нас же будет тоже, да? Я не знаю, когда у вас будет. Все будет. Все. Я не знаю, когда у вас будет прописка, у нас уже есть. У нас будет. Ладно. Обязательно. В этом году. Аленку поддерживайте. Обязательно. Меньше плакать. Больше позитива. Да. Ребенок все чувствует, Ален. Я ей вчера тоже сказала. Все конечно. Чувствует. Отпускай ситуацию, вот и все есть. Чувствует. Занимайся. Даже сейчас вот наша малышка, почему говорю так, где-то поругались, все, чтобы но не еще, при ребенке. Еще многие замечательные, да не многие, большинство потрясающих русских женщин ради семьи прощали своих дураков мужчин. Я простила один раз. Ну, посмотрим. Да время, я думаю, что помирится еще, сейчас. Вот увидишь. Давай.